Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас на заправке находимся. Мы переезжаем из Сухума в Гагру. По дороге заехали в несколько интересных мест. Видео обязательно постараюсь выложить как можно скорее. И сейчас мы мчим уже в Гагру. Там мы забронировали заранее жилье. В общем-то, будем жить там, где жили в прошлом году, но в другом номере. Так что погнали с нами. Заправочка. Знакомым мотивом, знакомым ступеням. Наш номер. Здесь будет Диана у нас отдыхать. Я пока к вам расположусь, но я сейчас уйду. Так, балкончик. А, поняла. Еще надо сюда как-то попасть. Вот, попали. И вид на этот раз у нас на горы. Че, нам выкатываться, да? Завещали. В общем-то, вот. О, смотри, здесь местные жители уже. Их тут очень много. Так, не трогать котов. Здесь, в общем-то, холодильник, телевизор, ну, кровать, тумбочка, здесь вот вешалки. Как бы вот так, посуда, чайник. В коридоре есть микроволновка, есть на одной столовой, тут, собственно, рядом, поэтому нам этого не нужно. Ну, и Диана нашла уже друзей, и здесь очень много ходит. Она просто в прошлом году с нами не была. Так что вот такой номер у нас. Если кому-то интересны контакты, я оставлю. То есть пишите мне в комментариях, если кто-то хочет. Жилье на первой линии, прямо у моря. И отдыхаем сами здесь уже второй раз. То есть нам очень нравится. Приветливо, радушно все. А вещи мы вот забираем, не выходя. Ну а чего мелочиться? Мы сейчас так все соберем. И не показала вам еще вот санузел тоже все это в номере. Так. Так, свет. Где здесь свет? Не знаю, где здесь свет. Ребята, как вам свет включить? Так, он где-то должен быть здесь. А, вот. Все. Вот. Наш обед вышел на 1070. Сейчас еще Женя гарнир приедет. Там макароны с курицей, по-моему. Вот его.
Сердечко.